Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем новый онлайн-проект, в ходе которого познакомим вас с самым секретным отделом любой библиотеки – отделом комплектования и обработки фондов и каталогов. Расскажем вам, как книги попадают в библиотеку и какой долгий путь проходят, чтобы встретиться со своим читателем. Отдел комплектования, обработки и каталогизации – это один из наиболее важных отделов в структуре библиотечной системы. Далеко не всем читателям виден труд этого отдела, но зато очевиден результат. Результат этот – наши библиотечные фонды, скомплектованные, обработанные, учтенные. Каждое полученное библиотекой издание проходит через заботливые руки библиотекарей этого отдела и приобретает библиотечную прописку, находит свое место не только на библиотечной полке, но и в каталогах. Все каталоги, алфавитные и систематические, формируются в отделе комплектования и являются главными поисковыми инструментами библиотеки. Отдел ведет серьезную работу, изучает потребности и интересы читателей, отбирает самые интересные и необходимые в мире книжной продукции, а также организует работу по освобождению от изданий, потерявших ценность и актуальность, занимается распределением литературы по отделам, ведет электронный каталог. Сотрудники комплектуют фонды не только книжными изданиями, но и периодическими, газетами и журналами, а также документами в электронной форме. За год отдел приобретает, обрабатывает и передает в отделы библиотеки более 1000 экземпляров новых книг и более 3000 экземпляров газет и журналов. Оперативность и качество работы сотрудников отдела помогают сократить путь книги к читателю, порадовать его знакомством с литературными новинками, получить информацию о необходимом ему издании в справочно-поисковом аппарате библиотеки. Давайте пожелаем всем нам поступления новых интересных книг, а сотрудники отдела комплектования, обработки и каталогизации сделают все возможное, чтобы они поскорее появились на полках нашей библиотеки. Итак, теперь вы знаете, чем занимается отдел комплектования и обработки фондов и каталогов. На сегодня все. В следующих выпусках мы более подробно остановимся на процессах комплектования и обработки книг и вместе с вами проследим весь путь книги в библиотеке. До новых встреч!